Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. Екі жасында ең алғаш рет сахнаға шығып көрдім. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болады деп ойлаймын. Бұл场气演的第一名, Димаши! Today, my first concert in America, I have full stadium and my dream come true because of you. Димаш, сенің жолың болды, білесің бе, неге? Сен кішкентайыңнан өзіңнің сүйікті ісіңді, жолыңды адаспай таптың. Ормансыз бұл армансыз адам дейді. 1% талант, 99% еңбек деп. Обязательно настанет момент, когда я спущусь со сцены и сряду, сяду со зрителями вместе и смотрю концерт. И в этот момент ни один зритель не должен мне говорить, что ты был плохим певцом, что ты был очень звездным человеком. Просто надо помнить, что мы все рождаемся людьми и умираем, все одинаково умираем. Do you want to say something, Mansur? Take care of yourself and everything will be very good.